Всем привет, с вами Бодя, и это Влада 4. Копируем моего лучшего друга за 24 часа. Ставим сразу лайк, так сказать, Владу. Если что, реакции каждый день выходят по 3 штуки, поэтому подписывайтесь, включите уведомления, погнали смотреть. Всем привет, с вами Глент, и сегодня у всего 4 продакшена выходной. Но посмотрите, кто у нас на работе. Да, Влад работает всегда, и у меня появилась одна очень прикольная идея. Иногда в перерывах между съемками я повторяю за Владом его действия. Он поднимет руку, и я подниму. Он покашляет, и я покашляю. И это его интересно. Жутко бесит. А меня это очень веселит, и я подумал, что это идеальная идея для ролика. Кстати говоря, реально хорошая идея. Я позвал оператора, и сегодня буду повторять все действия за Владом 24 часа. Я очень хочу посмотреть на его реакцию, потому что обычно он просто вскипает. Это очень весело. Ребята, обязательно смотрите этот ролик до конца. Я думаю, сегодня мы вместе с вами очень посмеемся. Ну что, погнали на офис, давайте начинать. Давай. Готовить. Теперь нужно все делать быстро и четко. Так, Влад, срочно, срочно, срочно. Мне очень нужно тебя сфоткать. Полный рост, полный рост. Что такое? Сейчас, сейчас, сейчас. Вот так, вот, вот. О, вот так, да. Все, пока, я пошел. Получилось! Так, теперь смотрим, во что он одет. Он сегодня в мерче. Это очень хорошо, потому что мерч на офисе валяется просто везде. Джинсы нужны потемнее, надо будет поискать на складе, но я думаю, они там есть. И теперь просто вишенка на торте. Он одел точно такие же кроссовки, которые есть у меня. С одеждой проблем не будет, поэтому... Интересно. Раз, два... Та-дам! Посмотрите, я Влад 4. Есть один нюансик, конечно, это часы. Во-первых, он носит часы не на правой руке, а на левой. Но, во-вторых, они у меня не совсем похожи. Но я проявил смекалочку и просто хочу нарисовать похожие часы. А, кстати, телефон у него без чехла. Эти часы я снимаю. Рисую часы. И вот такой ребристый ремешок. Да ты гонишь, Глент! Танк начинается. Я прям с собой доволен. Глентик, ты что сегодня здесь делаешь? Сегодня же выходной. Да что-то скучно дома стало, решил на офис приехать, делами позаниматься. Ну, дела это хорошо, я вот тоже решил поработать. Пранк затеял. Нет, с чего ты взял? Да есть вот подозрение. Что ты начал опять этот тупой прикол использовать? Понятно, повторяй. Да нет, тебе просто кажется, чё ты? То есть, если я сейчас пойду на кухню, то ты за мной не пойдешь? Нет. Точно-точно? Точно-точно. Ну, я на кухню. Давай, удачи. Глентик, ты думаешь, ты один копировать умеешь? Я тоже умею. Я лучший в этом. Короче, предлагаю тебе челлендж на 1000 баксов. Кто последний перестанет повторять друг за другом, получит 1000 баксов. Это будут самые легкие бабки для меня. В этом приколе я мастер. Интересно. Кое-что сделаю и попробуй за мной это повторить. Да нет, сейчас не повторяй. Так, я беру стаканчики. Холодильник. Мне интересно, что сейчас будет. Ну чё, погнали. Легкотня. Ты как это сделал? Магия. Я тоже умею. Ну как тебе? Неприятно. Ладно, неплохое начало, но у меня есть тоже одна идейка. Я сейчас иду к холодильнику, беру закрытыми глазами любой попавшийся предмет и бью себя им об голову. Давай, повторяй. Сейчас стаканчик выброшу. Вот у нагадили в офисе здесь. Ну что, я начинаю челлендж. Давай. Левее и прямо. О, что-то квадратное. Блин, повезло, закрытое. Ну так погнали. А что это было? Молоко! Ты камеру заметал! Извини, камера! Подожди, молока-то в холодильнике не было, оно же в кофемашине стоит! Как-то появилось... Ах так, мы решили играть грязно, да? Предлагаю тогда переместиться в коттедж! Да отстань от меня! Да отстань от меня! Стой! У меня есть челлендж, но не для тебя, а для подписчиков. Пойдемте сюда.
Зрители, найдите где-нибудь у себя кнопочку подписаться. По секрету, самое ближайшее место под роликом. Нажмите на нее, чтобы она... Повторяйте за нами, все верно. Серой. Вот так это работает. Но это очень клево, да. Я бы тоже хотел, чтобы у вас была кнопка серая. Продолжается. Не ожидал такого. Ладно, пошли. Не, ну мужик не дело. Ну это вообще не дело. Давай туда. Ладно, но я не проиграл. Это забавно. А рулить ты как будешь? Кстати, подожди, Влад, а чё это я всю дорогу буду сидеть просто так? У меня появилась кое-какая идея. Какие варианты? Погнали! Погнали! А сейчас можешь со мной повторить? Клет, клет, мы в машину едем! А так, сможешь? А так сможешь? Так, ну что, сперва заедем на Макдональдс, да? Нам тут направо, нет, направо. Нет, направо, нет. Направо. Едем, едем. Поехали на Дон сразу. К Макдональдс, Макдональдс. Я не голодный. Я голодный. Ладно, все равно Влад здесь ничего не решает, поэтому смотрите, как рулю я. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Это забавно, реально. Слушай, я тут пока ехал, кое-что придумал. У меня же есть возможность дать тебе леща, даже не трогая тебя. Повтори. Ну ты придумал. Ау. Доволен? Да. Так это и у меня есть такая возможность. Ау. Повтори-ка. Ну ладно. Ау. Они просто друг друга месят. Как тебе такое? Зачем? Слушай, Глент, мы тут полролика сейчас будем друг другу лечи давать. Погнали в дом, начнем что-нибудь попроще. Погнали. Так, стоп, готов. Опа. Опа. Нормально, нормально. Нормально, нормально. О, а сможешь вот так? Смотри. Вау, вау, это трудно. Ха, это вообще ни разу не простое, но я сделаю. Ну давай. Так, главное было пожонглировать, я пожонглировал. А качество выполнения уже не важно. Зато вот это ты можешь сделать. Посмотри на мой лоб, ни одной морщинки. Нифига ты, конечно, камень. Жесть! Вот, видишь? М-м-м-м. А чё? Главное же не как получилось, а главное процесс. Не-а, я-то лимоны в руках держал. Да ладно, я что, енот, конечно, откушу. Давай. Я что, скажу, Кобяков? Не кривлюсь, не кривлюсь. Второй укус. Это жестко. С этим я справился. Теперь моя очередь давать задание. Давай. Нужно на 15 минут уединиться в комнате и оттуда не выходить. Что? За 1000 баксов, конечно, не слабо в комнате посидеть. Ну давай, докажи. Он хочет от Глента отдохнуть. Но я на самом деле не просто так придумал такое странное задание. Мне нужно время, чтобы уединиться и подготовить парочку пранков, чтобы поскорее вышвырнуть Глента из этого челленджа. Ну и начнем мы с классического пранка из ТикТока. Ребята, тут такой интересный пранк, смотрите, я сейчас для Глента подготовлю коктейль. Ну, точнее, кофе ему сделаю. И вот знаете, бывает кофе со сливками. Сыпаем. Побольше, покрепче. И кипяточка. Сливки. А-а, рановато. У меня есть подставка для стаканов. Ну как пить кофе без подставки для стаканов? Ну как, в смысле? Так. Кружочки на столе. Не дело. Эту штуку мы кладем сверху. Не переживайте, она будет на столе. Оп. И... Опа. В этом ничего себе. Всегда так просто у них так. Оп, из первой попытки. Дурят, дурят. Убираем лишнее. Убираем лишнее. Ну и себе заварю. Куда же без подставки? Так. Ну и, конечно же, подставка. Сливки.
Ну и вот в чем фишка моего пранка. Смотрите сюда и смотрите. А-а-а-а! Вот сюда. Ну идентично. Но это... Не, ну хорошо, молодец. Подвохом. Интересненько. Фу, пригодится. Это тоже возьму. Алло? Да, к 5 будет нормально. Привозите. Ничего себе. Потом все поймете. Это моя вишенка на торте. Заберу кофеек, подразню Глента, чтобы он тоже захотел. Ну, я погнал. Есть интересно. У меня одна идейка для пранка, она просто офигительная. Влад будет за мной повторять очень простое действие, ему нужно будет сесть. Да, просто сесть, но в определенное место. Сейчас все объясню. Берем два маленьких стула, коробочку и плед и делаем из этого всего лавку. Так. Ни хрена себе он придумал. Вроде его окна сюда не выходят. Так. Все, я к нему прихожу такой, говорю, давай, повторяй. Сажусь на два стульчика, а он садится на мягкую коробку. Осталось только позвать Влада. Хорошо, интересно. Так, что тут еще есть? Влад, пойдем за мной. Повторяй, повторяй. Не-н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 е. У меня есть предложение получше, Глентик. Чтобы урегулировать наши взаимоотношения, я приготовил для тебя коктейль. Да не, это подстава, я же знаю. Ну, повторять так повторять. Это настолько банальный пранк, что тебя наказывают 3 щелбанами по уху. Ау! Давай! Блин, да по-моему... Ау! Ау! Прикольный пранк! Прикольный! Ну это больно, да. Ты его делал 3 месяца назад. Вот я реально хочу урегулировать наши отношения. Ты вообще видел, какой вид открывается сзади нашего коттеджа? Пойдем покажу, я там все уже организовал. Реально? Погнали! Погнали! Ой, хитрожопый Глент. Вот смотри, просто всегда нужно повторять за мной. Красота. Красота. Вау. Это даже лучше, чем я хотел. А я тебе доверился. Так тебе и надо. Тебе тоже. Ты что наделал? Мерч испортил. Теперь опять заходить на... Эх, вот жалко. На сайт a4shop.ru. Крыса. Да? Ты... А у меня друг не умеет смотреть тренды в ТикТоке. Ладно, Глентик, война так война. Чуть-чуть, легонечко. А? Ой, мой лобик, жарко-то как. Значит так, да? Давай. Ой, мой лобик, жарко-то как. Надо вытереться об майку. Кай. Бесишь, бесишь. Итак, Глентик, мое задание максимально простое. Смотри и запоминай мои действия. Давай. Тут блин, будет... ну они молодцы, я прям не знаю, как это видно. Молодцы, круто. Стоять, мячик. Тебе нужно взять разгончик. Побежать. Потом вот здесь вот остановиться на 2 секунды и бам! Вообще у тебя детское задание. Так, побежали, 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 маленький высокий. Ну как тебе так? Ну ты даешь, Влад. Я же ждал подвоха. Мыльная дорожка. Нормально. Вот такая подстава. Ну хорош. Без мяча, без мяча. Ладно, понял. Ну все, те кранты. Ай, те кранты просто. По классике. Да сколько можно? Ну раз уж я уже намылился, значит надо идти в ванну. Кстати, это мое следующее задание. Пойдем в дом. Интересно. Для начала нужно снять штаны. Спокойно, это я сделаю за дверью. Вот теперь, внимание, последовательность. Я подхожу к ванне, пью себе по лбу, залажу ванну и ложусь. А, ну так это легкотня. Обязательно спуститься прямо по шею. И кайфовать так 30 секунд. Так это ж легкотня. Сейчас еще 30 секунд пройдет. Он потом в холодную воду подольет. Ну все, вот мы и закончили. Мойся. Сейчас я переоденусь и с легкостью выполню. Ну-ка давай. Леон. Охренеть. Ну что, подошел.
Что такое? Не понял. Что? Чего вода такая холодная? Остыла, наверное. Ага, аж лед появился. С другой стороны, можешь не выполнять и не залазить в ванну, но 1000 баксов, пожалуйста, мне сюда. Это же... Ну, не забудь, прям по шею, чтобы кайфануть. Ребята, я давно такой холодной воды не видел. Это жесть. 30 секунд, недолго ждать. Ладно, раз, два. Звездец. Кстати, ребята, не забывайте нажимать на колокольчик. И на красную кнопку подписать, чтобы была серая. Ну, считай уже. Раз. Раз. Два. Два. 18. 19. 30. Блин, я тебе полотенце забыл принести. Это мокрое, это мокрое. Все, ладно, ладно, забирай это. Нет, нет. Извини. Воду. Так полотенчика я повторить должен. У нас же челлендж. Блин, как я попался опять. Хорошо. Вытирайся. Ау, ладно. Следующее задание будет сейвом. Нужно просто просушиться. Хорошо. Ребят, может вы хотите ролик «Холодная виси горячая»? Ух, там много чего. О, точно! Интересного поделать. Пишите в комменты, если хотите. Ну и вообще в целом пишите. Не, я был бы не против посмотреть. Все свои идеи для роликов. Я их постоянно читаю, и уже парочку роликов я снял по вашей просьбе. Я погнал сушиться. Блин, интересно, да. Где этот Влад? Сказал, что я через... тут! Это что за прикид? Готовился к следующему заданию. Все подушки в доме превратил в костюм. Все? Все-все-все. А мне костюм? А все, нету. Костюм повторять за мной не обязательно. Короче, гляньте, идем на площадку. Боже мой, что сейчас будет? Сейчас будем друг друга кидать. Я кидаю в тебя, а потом ты повторяешь за мной. Давай, становись сюда. Готов? Нет. Ну, теперь твоя очередь. Хорошо. Давай, продолжаем эту игру. Разгончик. Ну все, сдавайся. Не, ну это жестко. В этом костюме я тебя просто замучаю. Тебе не победить. Ну посмотрим, сколько он продержится. Это что за комарик меня укусил? Ну раз ты не сдаешься, настало время моего супероружия. Какого? Становись. Посмотрим, как ты выдержишь этот удар. Может, все-таки битой не надо? Так сдавайся. Нет. Такой удар ты точно не выдержишь. Выдержу, но может, не надо. Ну ты вообще бред, псих. Даже битой не испугался. Даже битой не испугался, реально. Конечно, не испугался, это же косарь баксов. Перетерпел бы как-нибудь. Эх, ну ладно, физическим воздействием тебя, походу, из этой игры не выкинуть. Ну ничего, у меня есть другие инструменты. Но сейчас моя очередь. Пойдем. А давай. Интересно. Нам канала. Ах, так? Да, я тут уже все подготовил. Сейчас будешь за мной повторять. Так, бери ножик, повторяй за мной. Готово. Берем. Ну и отрезаешь один слой. Твоя очередь. Только сколько там всего слоев-то? Сейчас узнаем. Это был первый. Повторяй. Главное, чтобы это был не последний слой. Чего так напрекся? Ничего. Упс, ты проиграл. Подожди, но там было больше слоев. Ну так надо было аккуратней. О, ну и конечно же. Жесть. Обожаю. Что-то я подумал, что у нас на канале давно не было никаких разрушений. Никаких силачей, 100 слоев, коробок. А что это ты задумал? Пойдем-ка за мной. Давай. И раз, два. А вот интересно. Это ты точно не сможешь повторить. Здесь нужна ловкость пантеры. Давай. Открываем кока-колу. Ставим ее на баскетбольный мяч. Ударить об землю и словить банку. А у тебя этого точно не получится. Оп. Нифига себе. А ну-ка попробуй. Ну если у тебя с первого раза получилось, у меня точно получится. Блин, ты даже себе не представляешь, какая здесь нужна ловкость. Я тренировался. Здесь важно правильно поставить баночку, правильно бросить мячик. Ты видел, какая? За спиной, да, говоришь? Нет. Про меня что-то. Ладно, это последний раз. Короче, с первого раза у тебя точно не получится. Сейчас и узнаем. Беру, открываю.
уже все не по плану. Так, так, так. Отпиваю, ставлю баночку кока-колы. Так, лучше отойти подальше. Я тебя умоляю, с первого раза, смотри. Лучше спрячусь за мангал. Ни хрена себе. Еще раз. Я тебе говорю, здесь нужны годы тренировок. Первый блин, как говорится, комом. Сейчас со второго раза, смотрите, я уверен, у меня получится. Ну-ка давай. Блин, жесть. Это реально забавно. Еще раз. Сдавайся, Глен, сдавайся. Вот это я четко придумал. А почему она на меня летит? Я ж тебе говорю, нужно правильно поставить и правильно бросить мячик. А зачем я тебе еще подсказываю? Сейчас, еще одна попыточка. Еще раз. Попытка номер 15. У меня точно получится, я не сдамся. Что? Он сделал это. Справился, ну правда, опять себя облил. Наконец-то. Молодец. Я как бы и рад, и как бы и не рад одновременно. Молодец. Ну, заслужил, объективно. Заслужил. О. Так, повторяй. Давай. Я тебя уничтожу. И чем ты мне ответишь? Что-нибудь придумаю, понял? Давай, иди сюда, иди. Ты меня разозлил, понял? Полегче, полегче, спай в обороты. Мне нужно снять свои часы. Как ты их снимешь, если они нарисованы? А вот так. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ты же знаешь, сколько они стоят. Знаю. Глен, подожди. Либо 1000 баксов, либо повторяй за мной. Вот так? Вот так. Ты совсем сбрендил с этими челленджами. Не надо было меня бить всякими мечами. Беру свою руку и смываю часики. Все. Ладно, часики я оставил, но зато циферблат помыл. Повтори. Пипец. Глен, ты просто зашел на запрещенную территорию. Что дальше? Машина, а? Гелик, может, что-то там сделаешь с ним? Или, может быть, до канала доберешься? Все, что я могу сделать с каналом, это поставить лайк под этот ролик. Давай, у тебя осталось 5... А, у меня же уже часов нет. Все, считаю до 10. 10, 9, 5, я не могу. 4, 3, 2... Ну, Глен... Жесть! Гленти! Ой, ты напросился! Я тебе советую прямо сейчас сдаваться! Потому что я следующий загадываю! Как ты на это согласился? А вот так! Водонепроницаемость 100 метров! Ха-ха! Ты чё думал? Ты вообще видел, сколько они стоят? За эти бабки можно вообще с ними в космос полететь! Но ведь правда. То, что ты ради победы перешел черту! Я это запомнил. Готовься. Пойдем. Мне капец. Глентик, ну что? Ты применил против меня грязный приемчик. Применил? Прости. И я очень хорошо тебя знаю. И знаю, чего ты боишься больше всего. Трак... Не знаешь. Ты боишься верила. Кого? Дэрила из Бравл Старса, что ли? Я Эдгара больше боюсь. Нет, Глентик, знакомься. Дэрил. Это имя этого... Жесть! Может быть, хочешь ему руку пожать? Не хочу, не хочу. Я знал, что ты не выдержишь. И твое следующее задание, которое тебе нужно будет повторить. Внимание. Ты что только что сделал? Ты его поцеловал? Да, вот этого вот малютку. Так, 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 не подходи ко мне с этим чудовищем. Это жесть. Я даже не хочу, чтобы он приближался ко мне ближе, чем на 50 сантиметров. Вау, крутой, крутой. Ручного деда ко мне и хочет, чтобы я его целовал. Ну ты хотел сказать ручного дракона. Так и хотел. Ну так что, целуешь? Целовать не буду. Так это что получается? Ты проиграл? Проиграл, проиграл. Убери его, пожалуйста. Забирай свою дурацкую 1000 долларов. На камеру это скажи. Я проиграл. Хорош! Да, да. Говорил, лучше меня копирует. Ха. Сейчас вернусь, погоди. Ребята, ставьте лайк, если бы тоже не смогли поцеловать. Ну это жестко, да. Ставьте лайк, если и смогли, и не смогли бы поцеловать. Бегай! Очень стрёмно. Тан-таран-таран. Он танец победителя. Да настоящие. Бабки на копировании. Изи. Ну что, Глень, неплохо ты держался? Нет, клёво, клёво получилось. Если вам понравилось это видео, вы знаете, что делать. Ставить лайк. Проект уже заканчивается. Вот, с вами был я, меня зовут Влада 4. Глен. Всем... Кстати, посмотрите вот эти два ролика. Пока!
Молодец, молодец. Не знаю, что еще добавить. Забавный ролик получился, прикольный и смешной. Напишите в комментариях, вам понравился, надеюсь. Потому что было хорошо вместе посмотреть. С вами был Бодя, спасибо за просмотр. Всем пока.